снимать, вот их за меня. Очень так забавно, да? Да, знаете, как кошка. Нет, он как кошка пускает. Нет, я не убил, а это... Я говорю, в каком смысле? Вот если вниз, когда сверху пускают проходы, то он очень понравился. И горлышко, потом как бы... Потом, короче, не открывать. Такая неожиданность, кстати, вообще. Сними. Да, я не знаю, чтобы сейчас. Войны с любимым палок подводочек. 190. Это ты? 190 еще это не пол? Не, это же мало. И что тут я слышу? Что там парк? 770 рублей еще, не передадут. У них либо 777, либо 772, почему? 777-200, либо 850. Ну да. Тембра, видишь? Ну в этом, кстати. Да, ты с ним есть. А вот? Нет, не покупал, но вроде прямо. Возьмите мне звонок, уже неизвестного телефона. Здравствуйте, здравствуйте. У меня мужчина, вы мне звоните. Я такой думаю, с чего вы вдруг? Спрашиваю, ну это квартира в Одессе? Нет, ну это Киев. Я такой, может, вы с канцелярией как-то связаны? Она такая, нет, но мы продаем штурки. Какого цвета штурки? Черный. Нет, Вова, ты чего? Нет, он подсвечивает. Он темный, он дальтоник, я нормальный. Это черный синий. Нет, такой вот. Фиолетовый, да? Ну да, да, есть. Фиолетовый? Фиолетовый я отдаю. Есть ручки. Кстати, по задумке мы должны были вот эту белую фигню вырезать, но так как нам было лень. Так как нам было лень ее вырезать, то мы ее не стали вырезать. А я видел, у кого-то вырезано. Да? Да, нет. Показалось. Кстати, никуда не теряйте, завтра будет АХ-738. У нас есть даже бейджи, чтобы ему вызвать, типа, на заходе. И как я в этой футболке, которую я протаскал целый день, я сейчас поеду, потому что мои лаки Стаса в машине. Снимите футболку и едьте годом. Какие проблемы? Мне понравилось, как этот день начался. Какой ты чувак, мы приехали в пельмены. Какого ты пельмена? Непонятно, чего мы туда. Ты был, Серёга, там? Нет, я не был. Мы приехали в пельмены. Вообще непонятно, почему. Стоим и ждем, когда она откроется. Какой-то чувак с собакой идет гулять, говорит, о, вы знаете, она откроется в 10. 10? О-о-о. Нет, сначала в 9. Нет, 9 это другой, потому что сам. Ну, тот злой дядька, он пришел и выбрал меня, я все равно могу. Да. Так он же вообще там... Он сказал, я охранник, и со спальнением. Я охранник. Да. Его не дайте, чтобы он наблюдал. Охранник? Нет, это просто какой-то пройдет. Вот. И другой чувак говорит, да нет, вы поверьте мне, это же в 9 оно открывается, да. Я-то лучше знаю, и тут наступает 9 часов, я подхожу к нему, так, вы же говорили, вы знаете, наверное, что-то не так, они что-то там расставляют. Вот у нас дворик, заходите, но только тихо не разговаривайте, не шумите, потому что нас выгонят. Ну и мы зашли в дворик, а Вова с самого утра порвал штаны. Ну, признайся. У тебя почему-то порвались штаны именно в каком-то пикантном месте. Да, ну, не знаю, что это. Да. Стой, стой. И это такое совпадение. И мы стоим в этом дворике. Там какой-то чувак. А я... Городбой. Чувак говорит, это какие-то странные вообще. Вот эти два старых кедика. Он говорит, у меня тут американец, ну, конечно, он русского происхождения. И стоит чувак с бородой, мы только заходим в дворик, а чувак разговаривает с цветами. Подожди, ты же не ходишь. Это странное, это нормально. Мы становимся возле какой-то двери с звонком и стоим там, стоим где-то час. Стас уезжает, привозит бискупа, уезжает. Потом появляется какая-то женщина, она заходит, подходит к
Вове Боба же оценил женщину. Нет, она проходила. Так ты что-то ляпнул. Я сказал, мы к вам. Мы к вам. Она открывает дверь, оказывается, это ателье. И Боба такой заспущался, она же ты ему сказала, что... Да, да. Она такая, вы ко мне, ну заходите. Заходите, снимайте штаны. Она не знает, что... А Боба говорит, я не буду перед ней раздеваться. Я не буду перед ней раздеваться. Мы такие, Боба, ты же упал. Штаны порвались, давай. Твой шанс. Хорошая женщина, которая пришла. Короче, он пошел, она ему за пару минут сделала, за две или за три. Да? Снимайте верхнее, что у мужиков голых не видел. Но иногда тебе бутенец кому-то достанет. Говорит, если миллион, то доставать его же, если меньше, то не надо. Да, больше себе знали. Он такой, раз, 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 стал он. Скрипаловская! Где пропала, знаешь? Не трогай девочку. Я не трогаю. Я трогаю. Не прощу, третий раз не прощу. Ромашки. Я приехал, а то где ты был? Вова, давай я тебе с утра туда залезу. Тебе обязательно сейчас ехать? Да. Хочешь, если у нас тут для полупостели? Поднять его, может, целый день еще. Привет, а где ты пропал? Где ты пропал? Вот, гляньте, вот. Да, и почему она спит, да? Что это за женщина у тебя на телефоне? И знаешь что, она уже у него 3 года в этом телефоне висит. Смотрите, вот. Вот? Вот. Откуда ты знаешь? Оператор снимает. Да. Оператор все делает. Да. Я так понимаю, там очень хорошая машина. Смотри, то, что было снято. Ты там вырежешь, посмотришь себе, ну, допустим, как ты это видишь. И дашь, допустим, весь материал кусками даже, да? Что? Это фан, это
Вот они кадры. Успех вообще полный. Смотри. У него вот шишка. Да? Вон, смотри, какая у тебя будет шишка. Ударила.